оглашу свои соображения по поводу моего возвращения в Мариэл и, ну вот, испытывания всех этих ощущений детства, а также последнего времени. Такое соображение, что, в общем-то, Мариэл, мой Марийский край родной, с которого я родом, да, я ведь оттуда был увезен волевой рукой моего папы в 2000 году. И, ну вот смотрите, если мой папа лежал бы в депрессии, как я, то, конечно, он бы не перевез бы семью в Москву. Он считал, что это такой коренной, глобальный, позитивный шаг. И знаете что? Я скажу, что, наверное, это так и есть. Смотрите, опять боковичок. Сейчас опять основную мысль утеряю. Ну ладно. Тут еще одна штука интересная всплыла. Смотрите, вот волевой позитивный шаг, да? Он ведь остается им, даже если как-то его... Даже если это и не так лично для меня, то все равно он остается таким. Вот так, скажем. А так это лично для меня или не так, это тоже еще вопрос. Но сейчас что? Вообще Мариэл, я еще раз говорю, вот край мой родной, это, в общем-то, край умирания. Очень много людей там просто умер. От чего? Ну... От плохой медицины, от пьянки, от того, что, в общем-то, от очень плохих финансовых условий. Ну, от плохой медицины очень во многом. Даже не только от плохой медицины, а от плохого слежения за здоровьем, там, я не знаю. Ну, это страна умирания, край умирания. Там, ну, я не знаю, мне кажется, там... Да, там люди живут, но они там умирают. Не знаю, как, блин, это правильно, это еще раз. А, вон, у нас что, уже поворот на Александров, что ли? Приехали, блин. А, ну да, мы свернули на Александров уже.